Марка Niva Travel сделана в России. Этот новенький автомобиль теперь будут использовать врачи Щелковского психоневрологического диспансера, структурного подразделения областной психиатрической больницы номер 5. Получили они такой подарок от депутата Московской областной думы Владимира Шапкина. Вспомогательные автомобили, которые используются для оказания врачами неотложной помощи или же для различных хозяйственных нужд, медицинским учреждениям очень нужны. Владимир Шапкин рассказал, что когда он в 2012 году первый раз избирался депутатом, это была самая большая проблема социальной сферы. Ни в одну программу расходы на такие автомобили не заложены. Принял для себя решение каждый год выделять средства по линии наказов избирателей именно на это направление. И вот уже все медучреждения его округа получили столь нужную автотехнику. Я для себя сделал такую программу, все наши подразделения – за это время получили по программе наказы автомобиля. Вот это 28-й. Сегодня есть удовлетворение, что то, что было обещано и задумано, оно выполнено. Сотрудники психоневрологического диспансера выезжают по различным надобностям до 10 раз в день. Старенькую «Газель», которую использовали раньше, отправили под списание, как только узнали о подарке депутата. Очень рады, что Владимир Николаевич исполнил свое обещание и наши наказы, и мы получили прекрасный автомобиль. Для вызовов на дом посещения врача, для хозяйственных нужд, здесь есть еще у нас одно подразделение, которое относится к Щелково, стационарное Гуднево. Будут врачи туда переезжать для консультации, оттуда пациенты, все для работы. Владимир Шапкин также выслушал пожелания и предложения медиков и заверил, что с помощью своих помощников он всегда на связи. Уходя, потер на счастье логотип нового автомобиля. Ирина Микеда, Щелковское телевидение.